Добрий вечір. Це тема дня в студії Ніна Дорошевська. 30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН в 2013 році. В Миколаєві, як і в інших містах України, відбулись акції, спрямовані на підвищення рівня обізнаності населення про проблему торгівлі людьми. А проблема дійсно велика. З початку 2013 року вже 14 жителів Миколаївщини отримали статус постраждалого від торгівлі людьми. 7 жінок і 7 чоловіків. 7 від сексуальної експлуатації і 7 від трудової. Тому сьогоднішня наша програма присвячена цієї актуальній темі. У нас в студії голова фонду «Любисток» Маргарита Пархоменко. Нагадую, друзі, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є пропозиції чи питання, телефонуйте. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Маргарита Петрівна, добрий вечір. Добрий. Спасибі, що ви знайшли час і сьогодні прибули до нас в студію. Ми знаємо, що дуже у вас був такий насичений і плідний день. Почнемо з того, що в Україні ще 7 років тому створена коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми. Будь ласка, які миколаївські організації входять до цієї коаліції? В коаліцію, всеукраїнська коаліція з протидії торгівлі людьми, общественних організацій, входить «Любисток». От Миколаївська область. Лише одна громадська організація? Одна. Да, собственно говоря, точно так же, как и являемся, наша организация является официальным партнером Международной организации по миграции, по противодействию торговле людьми. «Любисток». Тобто лише в місті Миколаєві лише одна громадська організація, яка входить в цю коаліцію. Так. Це, мені здається, що це області. В Миколаївській да. області. Так, ви підкреслили, що в Миколаївській області. Це мало. Может быть и мало, но дело в том, что коалиция общественных организаций можно попасть только, ну так сказать, профильная организация, то есть те, которые имеют опыт достаточной работы с пострадавшими от торговли людьми и вообще деятельности и работы в этом направлении. Ну, дійсно, це справа дуже-дуже серйозна. Наша організація працює з 2000 року, офіційно ми зареєструвалися в 2002 році. Ну, це такий великий досвід у вас повинен бути. Лабіринт можливостей. Акція під такою назвою відбулася сьогодні в усіх областях України. Про те, як до неї долучились миколаївці, ви можете дізнатись з відеосюжета наших колег зі служби новин. Захід приурочили до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який відзначають 30 липня. Інформаційну роботу з перехожими організували представники Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Я хочу сказати вам, що ми спеціально пішли таким шляхом для того, щоб дізнатися дійсно і відчути себе в тому... В тій ситуації, коли особа може бути підтверджена торгівлі людьми. Я хочу сказати, що дійсно це важлива проблема. І найбільше важливо вона в тому, що це є латентна, скрита проблема. І саме такі акції, вони спеціально розроблені для того, щоб залучити якомога більше людей. Протягом 2 годин в інтерактивній формі миколаївці та гості міста мали змогу отримати кваліфіковану консультацію щодо ризиків роботи за кордоном та отримати відповіді на інші питання, які їх цікавили. Коли людина буде мандрувати цим лабіринтом можливостей, вона буде проходити деякі станції. На кожній станції буде стояти людина, яка буде задавати якесь питання. Тобто в реальному житті це означає, що коли ми їдемо за кордон, ми також приймаємо деякі рішення. Що з собою брати, як їхати, які документи оформляти. От кожна людина буде проходити і обирати свій шлях. Виходів з лабіринту 2, один з яких свідчить, що учасник прийняв декілька невірних рішень, умовно перетинаючи кордон. Ну, як вияснилось. Ну, як виявилось на сьогоднішній день, для того, щоб поїхати за кордон, необхідно мати деяку інформацію хоча б. Я для себе зробила висновок, варто чи ні. Це був такий, якби, психологічний тест для мене. Я думаю, що дуже важливо.
Я думаю, дуже важливо, особливо ось так, в центрі міста ловити перехожих, тому що проблема є, і про неї треба казати. Треба, щоб якомога більше людей думали про те, що саме вони кладуть в свою валізу, коли їдуть за кордон. На що саме вони погоджуються, коли їдуть туди без договорів, без паспортів, без віз, і потім опиняються у чужій країні, навіть не знаючи адреси власного консульства. На жаль, на сьогоднішній день за 7 місяців цього року в Миколаївщині 14 людей постраждали від торгівлі людьми. Це, звісно, кращий показник по всій нашій державі, але це велика цифра, тому що в тому році було 11 людей, в цьому 14. Маргарита Петрівна, будь ласка, наскільки обізнані наші люди, коли вони проходили цей лабіринт і вони мали відповідати на питання, які там ставились? Будь ласка, розкажіть. Ну, на старте, то есть когда человек подходил к лабиринту, значит, наша юрист, член нашей организации, предлагала каждому участнику те предметы, вещи, слова, значимые для них в поездке. Ну, как бы человек как воспринимает. И с собой можно было взять всего лишь 5 предметов. Что это должно было быть? Это должен был быть, конечно, прежде всего загранпаспорт. Должна была быть обязательно виза. Ну, без визы никак, несмотря на то, что у нас без виз. Вот особенно если это, ну, речь идет о работе, то должна быть рабочая виза, трудовая. Вот, это должны были быть контакты всех консульств или посольств в той стране, куда человек собирался выезжать. Это должны были быть билеты и должны были быть карточка, ну, или банковская карточка, или какие-то деньги. И копия, да, немножко я неправильно. И должны были быть ксерокопии документов. Ксерокопии документов для чего нужны? Для того, чтобы можно было быстрее идентифицировать человека, если он вдруг оказался в ситуации торговли людьми или опасной какой-то любой ситуации. У человека может быть просто потеряны документы, у человека могут быть, их могут украсть. То есть человек может оказаться в любой ситуации. Ну, каждая ситуация абсолютно. Может быть. И вот для того, чтобы эта процедура была, не затягивалась, была проще, то есть ксерокопии нужно брать документов с собой всегда. И обязательно контакты и те же ксерокопии документов нужно оставить уверенным. А який відсоток учасників акції все зробили правильно? Знаете, можете зробити якісь висновок? Ми вели статистику, ну от на сьогоднішній день я просто не успіла ще підбити результати. Так? Да. Звичайно, ви з корабля на бал. Тобто я уходила, ще коробки стояли, їх ще не розібрали, наш лабіринт. Вот. Я можу сказати, що достатньо на фініші один у нас стояла відповідальна особа за встановлення статусу Миколаївської області Департаменту соціального захисту населення. То есть это ее обязанность была встречать тех людей, которые по условиям лабиринта, по вопросам, да, как бы так или иначе отвечали или соглашались на рискованные предложения, да, то есть те вопросы, которые им задавали. И они, соответственно, шли в направлении как раз вот к нашей відповідальної особи, там вона їх зустрічала і, звісно, розказувала, що треба знати, як потрібно обратитися, які, можливо, види услуг отримати, отримав статус пострадавшого від торгівлі людьми офіційно. На перший погляд, Маргарита Петрівна, скільки людей все ж таки правильно відповіли на питання? Я вам можу сказати, що наша відповідальна особа без діла не стояла. То есть она постоянно разговаривала с людьми, она еще не закончила с одним, уже у нее была очередь, подходили к ней другие. Я думаю, что это было больше половины всех тех, кто проходил лабиринт. То есть попадали в неправильное, соглашались на рискованные большинство людей предложения. Погоджувались на ризикові. Да, да. Такие... Хотя, может быть, даже как-то и на первый взгляд и не выглядел этот вопрос
рискованным, да, потому что, например, один из вопросов был, да, вот если вам предлагается договор, трудовой договор подписать, да, на английском языке. Все правильно, но на английском языке, то есть на месте, в стране назначения, то есть перед выездом, но на английском языке. То есть подпишете ли вы договор? И вот я знаю, что первые наши участники как раз на этом вопросе и ответили «да», потому что мы знаем язык английский. Извините, английский язык не является нашим родным языком. Звучали, то, мы не носители. И есть все равно какие-то фразеологические обороты, какие-то постановка предложения. Можно поставить и преподнести так, что понять можно, ну, так же, как и в русском, тобто в украинском. Акція ця виявила, що наші люди не зовсім готові для подорожі за кордон. Нет, они готовы, но нужно просто, прежде чем принимать какие-то решения, все-таки обратиться, ну, на тот же телефон горячей линии, национальная горячая линия по противодействию торговле. Тобто бути більш досвідченим. Конечно, поінтересуватися. Ми з вами зустрічаємось, щоб привернути увагу саме на цю проблему, а також привернути увагу до важкого стану, в якому опинились жертви торгівлі людьми. Звичайно, що саме ваша організація їм допомагає, так? Так, так. Наша организация, ну вот вы называли цифру сегодня, да, то есть 14 человек, которые в этом году официально получили статус. Отримали статус пострадавших от торговли людьми. Да. То есть это те пострадавшие, которые обратились как раз в департамент социальной защиты населения или в управление социальной защиты населения и официально, как бы с официальным заявлением. Но есть еще люди, и их не меньше. Их больше, поверьте, в том числе они есть, которые обратились к нам, которые по каким-либо причинам или пока не обращаются, да, или они еще не определились, хотят они обратиться или нет, потому что все-таки, ну, поймите, что есть какие-то еще и, ну, личные, знаете, нюансы. Вот, поэтому люди иногда сомневаются, иногда они, ну, им надо просто иногда подумать. Вот, потому что, как бы, обращаясь государственные структуры, то есть человек, ну, естественно, как бы есть и комплекс услуг, безусловно, на который он может рассчитывать, и этот, кстати, комплекс услуг достаточно значительный, да, вот, то есть это и материальная выплата, которая сегодня равна 5, это при статусе, когда человек получает, это которая равна 5 прожиточным, ой, 3 прожиточным минимумам, и это, в принципе, неплохая сумма, больше 5000, да, от 5 и больше, вот, это и и, допустим, там помощь в оформлении документов, и временное проживание, предоставление, ну и многие другие услуги. Наша организация тоже, соответственно, предоставляет услуги. Прежде всего, значит, мы предоставляем возможность человеку, знаете, мы оказываем то, что важно, очень бывает для человека. Ну, в принципе, государственные органы тоже, я знаю, это не пренебрегают этим нюансом, потому что действительно это важно. Когда человека не осудят, когда его выслушают и когда его поймут, примут. То есть иногда человеку надо просто выговориться. То есть психологическая такая даже, может быть, не коррекция, не психологическая помощь, да, а вот, ну, действительно психологическая помощь, поддержка. Вот, то есть без каких-то особых приемов. Просто человека надо поддержать, понять. Вот. Потом, естественно, человек получает информацию о тех видах услуг, которые он может получить при обращении за статусом. И в том случае, если он хочет, не хочет туда обращаться, то есть у нас. Это и помощь юридическая, могут быть, ну вот как у нас сейчас есть, да, допустим, дело, которое длится еще с 2015 года. Вот человек тоже, кстати, 3 раза обращался за статусом, и слава богу, только с 3-го раза, вот в прошлом году все-таки получила статус женщина, да, вот, у которой есть много вопросов, там, и связанных с наследством, и связанных с юридическими, финансовыми, материальными какими-то, знаете, вещами. И здесь нужен юрист, нужен адвокат, надо выполнять, проводить много оплат, счетов, там,
по земле, ну, по наследству, да. То есть, естественно, человек, который был, извините меня, 12 лет в рабстве, у него нет ничего, ни денег никаких, ни родственников, да. Никто не поддерживает этого человека, конечно, для нее это важно. Вот это именно и делает наша организация. Вот это и суды, и оплата всех этих нюансов. Маргарита Петрівна, а хто частіше страждає від цього злочину торгівля людьми? Чоловіки чи жінки? Вы знаете, вот на сегодняшний день я могу сказать, что, наверное, пополам. То есть эта цифра приблизительно колеблется вот в равных пропорциях, приблизительно. То есть если мы раньше говорили, что торговля людьми, и это, наверное, был наш стереотип, да, то это женщины, молодые, и это сексуальная эксплуатация. Да? Я очень часто слышала, торговля людьми, да, это мне это не грозит, мне уже аж 36. А торговля людьми – это сексуальная эксплуатация и молодые девочки. А есть еще и трудовая эксплуатация, так? Вот, безусловно, сегодня это трудовая эксплуатация. Это может быть для женщин, это может быть смешанная эксплуатация. Когда женщину, допустим, подвергают эксплуатации трудовой, а еще, как говорится, другое время от работы, ее, как говорится, отдыха. Увильный час от работы, да, так? От работы ее еще эксплуатируют и сексуально. Такое тоже, кстати, часто бывает. Зараз, вот. Друзі, на ваших екранах ви бачите таблицю сфери трудової експлуатації чоловіків. Респондент з України повідомляє, там було чимало робітників. Місцеві вільно йшли додому після роботи, а ми проживали в бараках. І виходити за територію об'єкта нам заборонялось, тому що документів на дозвіл роботи у нас не було. Тобто людина спочатку погоджується на такі умови праці, а потім страждає від цього. Маргарита Петрівна, це вже не сексуальна експлуатація, це трудова експлуатація. Більш за все, в якій країні це відбувається? Сьогодні я можу сказати, що процент зашкаливает пострадавших от торговли людьми, которые были выявлены и идентифицированы в Украине, это Россия. То есть Россия у нас всегда была лидером по эксплуатации украинцев как рабочей силы. Вот. Но сегодня эта цифра просто вот, ну, удивительна. Несмотря на, как говорится, все ситуации, которые у нас сегодня касаются и связаны с российским государством, вот, все равно люди выезжают в Россию с целью работы. То есть это строители, это сельское хозяйство очень часто, вот, ну, в основном строительные работы. Ну и домашнее хозяйство. Ось у нас є приклад. Колеги з ранкової програми «Новий день» розповіли про ситуацію, в яку, прагнучи заробити за кордоном, потрапив молодий миколаївець. Давайте подивимось, а потім прокоментуємо. Чималі статки, легкі обов'язки, кар'єрне зростання – все це обіцяли глянцеві оголошення. У 2015-2016 роках майже в кожному громадському транспорті можна було зустріти привабливі пропозиції. Та ніхто не попереджав про наслідки цієї роботи. Син нашої героїні не втримався від можливості отримати легкі гроші, що коштувало йому свободи. Жінка погодилася поділитися власною історією, щоб застерегти інших від помилок. Задля безпеки героїні та її родини ми не показуємо обличчя та змінюємо ім'я. Почалося все з того, що пані Наталя побачила оголошення в маршрутному таксі, переписала телефон для сина. Він позвонив. Ну, каже, сказали приїхати, треба зустрітися, переговорити. Ну, він поїхав, приїжджає, каже, мам, треба доїхати в Росію. Ну, він це саме, приїжджає, я потім вже кажу, може ти не поїдеш? А він каже, та вже ж сказали, що білет взяли, вже це саме, ну, зібралися, поїду я. Ну, якось як ще на душі так було щось. До цього син героїні мав досвід роботи кур'єром в Миколаєві та різнороба за кордоном. Тому подробиці цієї вакансії вирішив не вдаватися. Хлопець пройшов кастинг на кур'єра, отримав коробки із тортиком «Наполеон», квиток на потяг до Росії та завдання відвести товар і забрати гроші. Через кілька днів пані Наталя дізналася про арешт сина. З адвокатом зв'язалися, адвокат почав розказувати, що в нього знайшли героїн.
У Російській Федерації хлопця позбавили волі на 8 років. Тільки вслухайтесь, як працює шахрайська система. Коробки запечатані повністю, написано медовик, там, медовий пряник, там, в общем, типу як кондитерські зділи. Ну, вони як їхали, це, в общем, не знаю, це скоріше всього, що їх як спеціально там підставляють. Що вони поїхали, прийшли ще на роботу, поїхали, і тут їх уже зустрічають і розривають коробки, перевіряють. Вроді би як спеціально. Жінка продовжує листування з вітчизняним міністерством закордонних справ. Мета – переведення хлопця до України та перегляд справи. Наталя вірить, що вже незабаром побачить свого сина. Судячи з відеосюжету наших колег, молодий чоловік потрапив за грати, його використовували як наркокур'єра. Чи є цей злочин видом торгівлі людьми? Вовлечение в преступную деятельность. Есть такой вид эксплуатации, действительно. Но в данном случае сложный очень вопрос, очень скользкий вопрос. Почему? Потому что Россия – это та страна, которая не ратифицировала конвенцию ООН по торговле людьми, по противодействию торговле людьми. В Российской Федерации нет закона по борьбе с торговлей людьми. Никакого. Ни криминальной ответственности, ни закона России по борьбе с торговлей людьми. У них нет ответственности за это преступление. Тобто цей вид злочину там не является злочином. У них почему вот наши как бы соотечественники, да, попали и находятся сейчас в заключении, да? Потому что у них преступлением считается распространение наркотиков. А розповсюдження наркотиків – це є злочин. Вот это преступление. И за это преступление по Российскому криминальному или уголовному кодексу грозит обвиняемым до 25 лет лишения свободы. Тривалый срок. Вот когда мы всегда говорим, что когда вы собираетесь ехать в какую-либо страну, на какую-либо работу, поинтересуйтесь, пожалуйста, законодательством, есть ли там закон о противодействии торговле людьми. В данном случае нет. Есть ли там вообще какой-то закон? И как вот в случае, допустим, какой язык, какая работа? Какая работа может быть в неделю за 8 тысяч? Какие грузы надо перевозить курьеры? Да? То есть работу же предлагали по объявлениям курьеров. Негабаритные. Какие грузы негабаритные вы в руках можете перенести за 8 тысяч рублей? Вот. Ну, как-то беспечность иногда, или правовой нигилизм, или еще что угодно. Вот. Можно назвать вот те действия. Безусловно, да, конечно, теперь очень многие люди находятся в ситуации, с которой очень, очень большая проблема. Вообще эту ситуацию очень серьезная, большая проблема решить. Потому что нет между Украиной и Россией никаких контактов, никаких вообще возможностей для того, чтобы, особенно на сегодняшний день, для того, чтобы эту проблему решать мирным путем. Маргарита Петрівна, а як захищені громадяни України на законодавчому рівні? Якщо людина стала жертвою торгівлі людьми, як держава може їй допомогти? В Україні? Ну, хоча б в Україні. В Україні є закон про противодействию торговлі людьми, который был принят 20 сентября 2011 года. После принятия закона вышел ряд подзаконных актов, которые и регулируют, наверное, самый главный наш, ну, процедуру, я, наверное, скажу, да, то есть механизм взаимодействия субъектов, чьи непосредственно обязанности, чьи действия направлены на противодействие торговле людьми в Украине. И сюда же это направление, эта проблема состоит из четырех частей. Это не проблема, это работа состоит из четырех частей. Да? То есть это, во-первых, преследование, хорошо, это преследование, это преступление, это профилактическая работа, это защита прав и интересов пострадавших от торговли людьми. Вот одна из форм этой работы, да, то есть как бы это предоставление и юридической поддержки, помощи, и предоставление материальной помощи. Ну,
Кстати, дипломатические установы все абсолютно, они являются тоже субъектами. И находясь за границей, человек, оказавшийся в ситуации торговли людьми, да, или какой-то ситуации опасной для его жизни, он может смело обращаться в консульство и посольство как к субъекту взаимодействия субъектов по противодействию торговле людьми в Украине, так как они граждане Украины, им обязаны помогать субъекты. Маргарита Петрівна, будь ласка, і теж дуже стисло ваші рекомендації нашим глядачам саме сьогодні, в день всесвітньої боротьби і протидії з торгівлею людьми. Дуже стисло. Ну, что мне хочется сказать, конечно, для, чтобы люди были больше осторожны, чтобы они были предусмотрительны, потому что это их жизнь, ваша жизнь, это жизнь, ваша безопасность. Прежде чем принимать любое предложение, любое принимать решение, нужно всегда хорошо-хорошо подумать еще не один раз, делать какие-то выводы, поинтересоваться, возможно, о, если это какая-то фирма, да, то есть есть сайт Минсоцполитики, где можно проверить эту фирму, то есть есть ли она лицензия, правомерны ли ее действия, насколько она действительно справедливо предоставляет эти услуги. Тобто, будьте уважними в усьому, так? И, да, ну и на, в крайнем случае всегда можно обратиться на телефон, на телефон национальной горячей линии 527, бесплатный телефон со всех операторов мобильной связи. Маргарита Петрівна, спасибі, що ви були у нас в студії. Друзі, сьогодні ми обговорювали проблему боротьби торгівлі з людьми, проблему боротьби і протидії торгівлі людьми. У нас в студії була голова фонду «Любисток» Маргарита Пархоменко. Наш ефір закінчено. На все добре.